Главный товар дня от бренда Полесье в праздник самых выгодных цен. Конечно, это наш любимый джемпер Лавон. Абсолютная новинка. Уже аналог нашего любимого джемпера Джерри, но при этом с рукавом полноценным, который нас и согреет, и придаст нашему образу стильный яркий ансамбль. И при этом по уникальной цене только сегодняшнего дня 999 рублей. Представляет джемпер Лавон от бренда Полесье эксперт нашего телеканала, который все знает о бренде Полесье, о том, как вяжутся и даже сам вяжет иногда наш любимый Микола Комендров. И, конечно же, он все знает о том, как красиво одеться, потому что сам обожаю вязаные изделия. И уже давно все вязаные изделия на осень достала и уже даже сам с удовольствием ношу. Идеальная посадка придана здесь за счет именно свободного силуэта. Правильной формы воротничка, который с безопасностью надевается после укладки макияжа. Рукава, вывязанные под конструкцию реглан, являются еще и универсальными. Изделие с красивыми рунами создает именно скандинавский стиль. Но самое главное в этом джемпере – это, конечно же, пан. Биошерсть, которая обеспечивает возможности вам его носить именно с удовольствием. В любое время года. А самое главное, еще и при этом он будет с легким уходом сохранять свою мягкость. Мы с вами можем этот джемпер носить как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны, потому что он бесшовный. Он бесшовный, это бесшовная технология, запатентованная нитка от бренда Полесье, которую используют даже итальянские технологии, итальянские дизайнеры. Бренд Полесье настолько любим нашими телезрителями, что у нас за все время сотрудничества было продано сделано более 200 тысяч заказов от бренда Полесье, и более 120 тысяч покупателей выбирают бренд Полесье в качестве первой покупки. Выбирайте и вы прямо сейчас для себя джемпер Лавон. Это бренд Полесье, это запатентованная нитка, это полноценный рукав, и цена, которая действует только сегодня, 999 рублей. При этом у нас такая гамма расцветок, что у нас забирают уже по два с джемпера в одну корзину. Я выбираю для себя цвет вишня. Мне очень нравятся такие яркие винные, опьяняющие оттенки. Попробуйте и вы, примерьте. Яркая помада, яркие ногти, лак на ногтях, и уже ваш образ удался. А наша Ольга выбирает нежный сиреневый цвет, ей он очень идет. Анна выбирает цвет баклажан, насыщенный, как раз именно с синими джинсами, которые также у нас есть в наличии. А Ольга выбирает с кожаной юбкой, с высокими сапогами, молочный цвет, который всегда омолаживает и молодит. Есть еще цвет у нас синий и темно-бирюза. Успейте выбрать для себя свой цвет, возможно, вы выберете сразу два, и сэкономите на бесплатной доставке. Сегодня впервые на празднике одной цены снижена бесплатная доставка от суммы заказа 3990 и увеличен период возврата только на телеканале Shop&Show до 30 дней. Успевайте, звоните и делайте первые заказы. Размеры от 46 до 64. Как будем выбирать размер? Мы выбираем с вами четко размер в размер. Также можем выбрать для себя и на размер плюс, потому что джемпера и свитера можно как раз носить по такой категории. Но отвечает ли качество ваш именно джемпер? И может ли он ответить именно тому, как его постирать, как он себя поведет после стирки? Давайте как раз на это посмотрим. Давайте. Уже с утра сегодня я пришел пораньше на работу для того, чтобы сделать для вас эту демонстрацию. В теплую воду, которая у нас с вами привычна для стирки, добавляем стиральный порошок. И сразу будем окунать джемпер наш. Подожди, ты что, именно в стирку. Вот это да! Что происходит сразу с некачественным изделием? В первую очередь, только с контактом воды краситель пряжи сразу начинает пигментировать воду. Вода у нас остается чистой. При этом у нас с вами джемпер сохраняет свою форму. Потому вот что при да. отжиме, причем я сделала отжим самый такой, знаете, неправильный, то есть в другую сторону оборачиваешь руками, такой отжим придает всегда вязаным изделиям искажение. Обратите внимание, вот край изделия остался ровный. А это значит, что мы сегодня с вами приобретаем джемпер и знаем, что даже после зимнего периода мы еще красивые, в нем будем ходить весной и даже в прохладное лето, потому что знаем, что по статистике, купив джемпер на зиму, мы его выкидываем весной, потому что чаще всего он сразу становится уже небрежным. Вот это да! То есть Микола уже постирал свитер и показал вам наглядно, что он не меняет своей текстуры, не растягивается. Это качество от бренда Полесье. Это особая запатентованная нить, которую используют даже итальянские технологи и дизайнеры в своих работах. Успейте дозвониться и вы. Давайте поговорим, правда, про бренд Полесье, ведь он действительно известен на весь мир, и он действительно амбассадор сегодня именно вязаных трикотажных вещей.
Бренд Полесье является брендом одного именно цикла, то есть он сам производит сырье и сам же изготавливает изделия. Но помимо этого, бренд Полесье является еще брендом, который запатентовал свою собственную разработку – биошерсть, которая стала золотой серединой между акриловыми тканями и натуральной шерстью. Пан можно встретить в составе многих брендов, включая наш любимый бренд «Заря», «Трикотажница», «Меланика», но и также итальянский бренд «Унда Бенеттон» тоже приобретает пан у Полесье для того, чтобы добавлять в свои кашемировые свитера. То есть смотрите, насколько этот продукт распространился по всему миру. Сейчас вы видите, как окрашивают пряжу, как создают рисунки, как выплетают именно изделия. Ну а я вам уже показал то, что это изделие не красится, а значит свитер можно стирать в перемешку с белыми вещами в стиральной машине. И еще вы его достаете оттуда в том же размере, которым туда клали. Это самое приятное. У нас уже количество заказов просто невероятное. Сейчас уже больше 100 заказано. Это только первые минуты нашей презентации. То ли еще будет. Успевайте дозвониться именно в эту минуту. У нас 1 час, 1 цена. Это день самых выгодных цен. Тем более, знаешь, что мне понравилось, Микол, что этот джемпер универсальный. Он идеально подходит как и в расслабленный вид, как у меня с джинсами, так и стильно смотрится и с джинсовой юбкой, и с юбкой-карандаш. То есть, опять же, будем носить всю зиму и сочетать с любыми предметами нашего гардероба. Да, например, вот ты выбираешь для себя джинсы Бостон в сером цвете, и Анна выбирает для себя джинсы Бостон также в таком нежно-голубом оттенке. Анна демонстрирует более такой casual образ, такой, знаете, а-ля студентка, а ты как раз-таки выбираешь уже более такой зрелый или ультрамодный, с брошами, с ремнями. Джинсовую юбку выбирает для себя наша Ольга, добавляет ее с джемпером в лавандовом цвете, тем самым демонстрирует более такой, знаете, классический романтичный стиль. А вот наша Ольга выбирает для себя молочный оттенок, кожаную юбку, такая, да? Уже бизнес-леди. Под этот джемпер можно пододевать рубашки, смешивать и соединять их, например, с различными водолазками. А также можно приобрести сразу 2 джемпера. И, кстати, очень модно 2 одинаковых изделия носить одновременно. Один на вас, а второй на плечах завязанный. А потом можно в течение дня помиксовать тот, который был на плечах, переодеть на себя, а тот, наоборот, перевесить. Ну и, конечно же, любая селебрити в обычной повседневной жизни выбирает для себя мягкие, уютные джемпера. И давайте посмотрим, да, что сколько потребуется пряжи, если мы будем приобретать в обычном магазине, сколько будем мучиться вязать, и все равно вязка такой не получится. Тем более, что один моток стоит порядка 400 рублей. Представьте, сколько нужно на 64-й размер. И сравните. Невероятно. Обычная просто вязка, которая вы тратите свое время, и вязка, которая у нас с вами машинная, да, изнаночная, это лицевая идеально сторона чистота. Успевайте дозвониться прямо сейчас, выбирайте фабричное производство от бренда Полесье и сделайте свой первый заказ на праздники выгодных цен прямо сейчас.